Сёс Зергери Бельгер. В Петропавловске прошла встреча, посвященная 90-летию известному казахстанскому публицисту, прозаику и переводчику Геральду Бельгеру. Подробнее расскажет наш корреспондент. Геральд Бельгер родился в 1934 году в Саратовской области. В 1941 году, как этнические немцы, его семью депортировали в Северный Казахстан, аул Ибраево. В 1958 году он окончил литературный факультет Казахского педагогического института имени Абая. Редактор и составитель 19 книг, владел русским, казахским и немецким языками. Человек, который уделял много времени образованию, воспитанию, культуре, вообще социальной сфере, это сегодня очень важно. Мы, являясь учителями, конечно же, проводим эту политику государства, политику языковую политику. Это очень важный акцент. Я думаю, что это хорошее дело, которое мы, конечно же, поддерживаем и будем вести. В рамках мероприятия действует выставка, подготовленная музеем гуманитарно-технического колледжа. Здесь представлены личные вещи, рукописи, книги и документы, касающиеся литературной деятельности писателя. В 1941 году семья Геральда Бельгера депортируется в Северный Казахстан, в нынешнее село Ибраево района Шалакына. В тот момент ему было 6 лет. Там он заканчивает казахскую школу. В своих воспоминаниях писатель часто писал про то, как впитывал в себя новую культуру, новый язык, которому научился в казахской среде. Лауреат президентской премии мира и духовного согласия, заслуженный работник культуры Казахстана, кавалер ордена Парасат Геральд Бельгер внес большой вклад в развитие казахской литературы. Камиля Хамидулина, Адиль Нуржанов, служба новостей.